Для того, чтобы сделать наблюдение растений, необходима фотография. Вы можете сфотографировать на смартфон, либо воспользовавшись встроенной приложением камеры смартфона, либо прямо через приложение iNaturalist. Либо вы можете сделать фотографию на свою фотокамеру и потом скинуть уже изображение на компьютер. Мы рекомендуем для одного растения делать несколько фотографий. Платформа позволяет прицеплять к одному наблюдению несколько кадров. Это позволяет лучше определять растения, изображенные на фотографиях. Поэтому мы рекомендуем делать общий вид растения, где видно его жизненную форму растения целиком. Второй кадр – это, как правило, листья крупным планом. Третий, четвертый – это цветы, плоды. Если есть и то, и другое, то нужно сфотографировать и то, и другое. И еще можно сфотографировать какие-то характерные особенности растения, которые бросились вам в глаза. Вы можете загружать ваши наблюдения двумя путями – через мобильное приложение и через сайт на компьютере. Для того, чтобы загрузить наблюдение через браузер, необходимо авторизоваться на портале, нажать зеленую кнопку «Загрузить». Дальше можно перетащить файлы или их выбрать в нужной папке. В одно наблюдение можно прицепить несколько фотографий. Затем автоматический алгоритм предлагает варианты определения. Если вы затрудняетесь с выбором из предложенных вариантов или видите, что все эти варианты не очень подходят к вашему растению, вы можете просто написать в строке слово «сосудистые растения». Таким образом, наблюдение попадет, скажем так, в группу растений, но дальше эксперты и другие любители природы помогут определить точно, какое же это растение. Если фотография выполнена с помощью фотоаппарата без GPS-навигатора, без GPS-модуля, то придется вручную выбрать местоположение. Можно использовать закрепленное местоположение для облегчения навигации по карте. После того, как вы нажали точку фотографии, проверьте точность в метрах. Это то, с какой точностью ваша геопривязка. Она может варьироваться от 4 или даже менее метров. Например, я точно знаю, что фотография сделана прямо на краю дома. Если вы не уверены, где была сделана фотография, вы помните, что это сделано в каком-то там лесу, где вы гуляли, но точное место вы не помните, вы ставите точность метров 100, 200 или столько, сколько нужно. Дальше мы нажимаем «Обновить наблюдение» и «Подтвердить одно наблюдение». Все, наблюдение сохранено, и его увидят другие участники соцсети.